Так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня короткое видео о том, как я сдаю анализы на биохимию, да. В общем, та больница, в которую я хожу обычно, закрыта, ну, по каким-то причинам для этого. Поэтому меня послали в какое-то другое место. То есть я немного заблудился, мне сказали. То есть я должен перейти дорогу. В принципе, о, Google Map меня не туда завел, короче, да. Ну, вот, сейчас перейдем дорогу, тут буквально напротив. Все это пройдет довольно быстро, не придется долго ждать. По состоянию здоровья все очень хорошо, прогресс идет довольно мощный. Вот. Просто нужно знать, то есть вы должны сдавать анализы до, во время и после курса, естественно, да, чтобы быть в курсе, все ли у вас хорошо. На гормоны я буду сдавать на следующей неделе, возможно, да? А сейчас биохимия. Yeah, I have an appointment, Cotter till free, blood test. Cotter till free? Yeah. Итак, дорогие друзья, сейчас мы идем сдавать анализ. Четыре человека отправляют наверх, короче, я говорю, я здесь первый раз. Сейчас будем все в другом каком-то месте, да. Посмотрим, как будет. Ну вот, друзья. Сейчас будем это делать. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. В общем, сходил сегодня за анализами, да, но в итоге так получилось, что в прошлый раз из-за того, что я забыл бумажку, сдал анализы только на биохимию. То есть пришли результаты, я их сейчас собрал, но пришли результаты только на биохимию, они у меня сейчас с собой. Но я еще должен сдать на гематологи, соответственно, и они мне только что сказали, что еще должен сдать анализ мочи. Итак, я собрал анализы только на биохимию. 14 числа сдаю еще раз анализы крови, да. Соответственно, подожду несколько дней, потом соберу еще новые анализы, получу и анализ мочи. Вот так вот в планах. А сейчас заскочил покушать. Вот, как вы видите, я еду сейчас сдавать анализы на гематологи, как я говорил. В общем, снимаю короткое видео, хочу сказать, что сейчас зашел в автобус. У них не работает штука, чтобы заплатить с карточки, да? Ну и все. Все пассажиры едут бесплатно. Я на месте сейчас. Сижу в очереди. Ждем, когда соберется еще несколько человек, и я пойду сдавать анализы. Потом жду, когда получу их. Соберу вместе и склеим все в один большой видеоролик. Ну, вот, друзья, просто надо немного подождать в очереди. Это все сделаем и можем идти. В принципе, потом останется только подождать наши анализы и снимем другое видео.